я предвкушаю, что сейчас много будет трэша. Я тут подумал, а не заказать ли для канала хороший такой качественный логотип? К счастью или к сожалению, логотип заказать у Лебедева за 100 тысяч я себе пока не могу позволить. Но я все-таки решил в оформление канала хорошо вложиться. На дизайн я потрачу 20 тысяч рублей. Мы разместили на fail.ru заказ на создание одного логотипа с бюджетом в 15 тысяч рублей. Разработка логотипа для YouTube-канала. Нужно разработать по-настоящему годный логотип. Он должен хорошо вписаться в обложку канала, заставку роликов, и автор должен иметь чувство стиля. Также мы разместили еще одну заявочку, немножко уже другого содержания, на логотип за 3000 рублей. Здесь уже никаких ограничений нет, единственное пожелание, чтобы лого в дальнейшем хорошо вписался в обложку канала, заставку роликов, рассмотрим любые ваши идеи. Бюджета остается всего 2000 рублей, и за дешевыми логотипами давайте мы пойдем на сайт Магуза. Нет, это не реклама. Здесь цены просто смешные, а исполнителей, ну, огромное количество. Вот, пожалуйста, Рик Граймс может за 200 рублей создать красивый логотип. За 200 рублей, Карл, за 200. Зачем тратить 15к, когда можно нарисовать за 200 рублей? И не факт, что они будут отличаться по качеству. В общем, закажем с Магузы несколько логотипчиков по 100, 200, 300 рублей и подождем несколько дней. Все логотипы размещал не лично я, мне помогала девушка с размещением заказа, с общением с фрилансерами, поэтому я сейчас просто получил папочку с кучей логотипов стоимостью в 20 тысяч рублей. И мы с вами сейчас посмотрим, стоит оно того или нет. Главное, что все картинки там вперемешку и не подписанные. Также она еще добавила туда два логотипа, которые нарисовала сама, а она вообще ну ни разу не дизайн. А вот ты сам хочешь научиться логотипчики рисовать, и не только логотипчики, быть профи в дизайне или там программировать, маркетинг освоить? Тогда Skillbox тебя ждет. Skillbox — это онлайн-университет, который обучает самым востребованным направлениям 2020 года. Там сейчас идет новогодний марафон по трем профессиям будущего. Это веб-дизайн, интернет-маркетинг, программирование, вебинары. Там будут вести эксперты из Фейсбука, Озона, Авиасейлс, ВКонтакте и многие другие. Марафон абсолютно бесплатный, но он доступен только после регистрации. Так что поторопись, билетов бесплатных осталось всего 1500. Также всех участников марафона будут ждать подарки от Skillbox. Подарки будут приходить на почту после регистрации. А тем, кто пройдет до конца марафона, их ждет квиз, победители которого получает дорогостоящую технику Apple. Друзья, вот серьезно, в Skillbox студенты получают актуальные на сегодняшний день навыки и реально полезные. Так что регистрируйся на марафон по ссылочке в описании, научись, и тогда ты, возможно, тоже будешь на фрилансе получать за логотипчики по 15 тысяч рублей. Короче, пойдемте оценивать. Что мне там нарисовали? Ребята, честное слово, не видел до этого, открываю впервые. Вот в этой папочке логотипы вот просто вот разбросаны, вот циферки, все. А вот в этой папочке уже логотипчики с ценами. Это мы посмотрим потом. Здесь пока просто без цен, давайте смотреть. А, первый логотип — молот. Почему молот? Мне вот сначала было жутко интересно посмотреть, с чем у людей ассоциируется ЕВГ и как он выглядит в глазах, ну, разных таких умельцев. Но, блин, молот! У меня что, строительный канал? ЕВГ еще эта надпись, ну, мне не нравится. О, мент! Чё? Мент! ЕВ... Чё? Почему мент? Кто это делал, чувак? Почему мент? У нас что, ментовской канал, что ли? Ребята, честное слово, впервые вижу это. Блять, почему мент? Ну ладно. Ага, смотрите, шрифты одинаковые, так что очень возможно то, что это делал все один человек. Просто смотрите, здесь вот столько вот картинок, и, допустим, вот эти сделал один человек, вот эти сделал другой человек. Возможно, я точно не знаю, возможно, вот это стоит 15 тысяч, либо оно стоит 3 тысячи, либо 100 рублей. Но, как по мне, вот это на 100 рублей. О, разоблачение мошенников. Гай Фокс, маска, чувак, мы ж тут не анонимные ребята. Ладно, двигаемся дальше. Блять, сука, шляпа, да, значит, какая-то шляпа. Значит, вот так вот у людей ассоциируется канал. Тут шляпа, блин, тут шляпа. Тут есть шляпа, почему шляпа-то? Господи, я что, серьезно снимаю шляпу какую-то? О, слушай,
на что-то похож этот логотипчик. Где-то я такое видел. Вот если убрать вот этот шрифт, вот этот овальчик, EA Games или MVideo, что-то есть в этом. Да, блин, вот напишите в комментах, где подобное используется. Вот стопудово я где-то видел. Бычара. Вы представляете, на канале такой логотип. ЕБГ. Я охуею, если этот бычара обошелся мне в 15 тысяч рублей. На самом деле люди старались, люди делали, люди что-то придумывали. И я вот сейчас смеюсь над этими работами, но как-то не очень хорошо. Но, господи, я сейчас чисто сужу на свой вкус. И мой вкус мне подсказывает то, что это, блядь, пиздос. Почему бычара-то? У людей ассоциируется с бычарой. Я что, похож на бычару, что ли? Мне кажется, это рисовал какой-то школьник. Почему, блядь, трубка, курение, какой-то шпя... Опять шляпа, да почему шляпы-то везде, господи? В каждом, блядь, логотипе шляпы. Это, наверное, все один человек делал, судя по тому, что тут шляпы. Ну, я не знаю, реально, серьезно, такое себе это. Ну, блин, три сотки я бы за это дал. О, ну это что-то вообще колхоз какой-то, лупа. То шляпа, то лупа, да, блядь. Че, серьезно, мы так... Ёбично снимаем, что ли? ЕВГ за лупа, это ребус. Ладно, двигаемся дальше. Судя по шрифтам колхозным, это вообще это за бесплатно, наверное, школьник сделал. Извините, если кого-то обижаю, уважаемые фрилансеры. Так что, когда будете смотреть видос, общайтесь без мата, пожалуйста. Ха! А почему собака-то, блин? Мы чё, опять шляпа доедет твою? Почему, блядь? Я посмотрел уже половину логотипов, и тут везде шляпы. Какого хрена? Чё за дела? Серьезно, что ли? Шляпный контент? Если на канале есть хоть один пес, то это точно не я. Я надеюсь на это. О! Ну, это уже что-то более-менее такое, знаешь. ЕВГ как-то, ну... Ну, серьезно, уже как-то более-менее неплохо. Похоже, слушай, опять на логотип какой-то большой корпорации. Корпорация EVG. Все права защищены. Тупо шпион. А чё шпион-то? У нас чё, какой-то шпионский канал или чё? Почему везде, блядь, шляпа, да, блядь? Почему шляпа везде? Кто мне объяснит? Где святая вода? У меня тут есть шкаф со святой, его надо закапать. Это пипец просто, блядь. Это вырвиглазный дизайн. Нифига не поменялось. Как вы представляете себе вот это вот в шапке канала? Вот смотрите, как это будет выглядеть. Ребята, извините, но мне это почему-то очень не нравится. Я не знаю почему. Опять мент. У меня нет слов просто. Кто это человек, который делал такие ярчайшие цвета? Кто вообще в логотипах использует, в логотипе YouTube канала использует вот эти вот вырвиглазно-кислотные цвета? Опять мент какой-то. Я не знаю. О, еще один. Вот это по-любому вот это вот и вот это делал один и тот же человек. Вот это вот мне нравится, ничего такой вариант, нормальный. Следующий, номер 15. Опять какой-то шпионаж. Да господи, почему людей с каким-то шпионажем ассоциируются? Честно, дешево. 300 рублей. 100 рублей. За это я дам 100 рублей, судя по вот этим вот кривеньким, косеньким шрифтам. Ну, видно, человек вообще абсолютно новичок. Чё? Ой, блин, чего? Я с трудом даже это название прочитал. Это что, это боксерские перчатки, что ли? И это типа удар? У нас что, канал по боксу, что ли? Почему вот это у человека ассоциировалось с ЕВГ? Чё? Если бы я не знал то, что... логотип для моего канала, для здесь должно быть, по идее, написано EVG, то вот это вот EUA, я бы вообще не понял, что здесь написано. Нет, в принципе, нарисовано хорошо. Я не удивлюсь, если мне вот это вот обошлось
в 3000 рублей. Нарисовано очень хорошо. Нормально так даже. Слушай, мне понравилось. Вот прям вот красиво. Но шрифт, блин. А чё? Я не удивлюсь, если это мне обошлось там в 3000 рублей. Хотя, с другой стороны, у меня что, канал по начертательной геометрии, что-то какие-то полосочки. Ничего так. Такой, знаешь, среднечковый, ничего не скажешь даже. Последний вариант. Вот этот вот 19-й вариант, довольно-таки ничего, кстати. Вот сейчас посмотрите на значок канала, как он выглядит. Название канала ЕВГ, и тут вот картиночка. По идее, вот эта картиночка есть логотип, и если вот там вот в логотипе будет название ЕВГ, и тут же еще будет написано рядом название канала ЕВГ, то будет беспонтово смотреться. А вот этот вот вариант, мне он даже, слушай, нравится, он даже в какой-то степени отражает суть канала. В чем-то даже да. Потому что как бы мошенник перечеркнут, типа антимошенник там, ну слушай, ну неплохо, вот... На мой взгляд, вот это вот пока что самый годный вариант. Друзья, теперь настает момент истины. Я открываю папочку, где написаны цены, и кто и почем что рисовал. Вот сейчас мы увидим, что на самом деле во сколько мне обошлось. Не будем тянуть, открываем. Бля, оказывается, здесь еще другие варианты были, но они были люто беспонтовые. Ну, короче, вот. Вот эти вот перчатки уродские, молот, шпион со шляпой, ЕВГ вот в духе какого-то, блядь, видео. Но, в принципе, ожидаемо, да, уровень как раз-таки здесь просматривается. Неплохо. Следующий файлик. Ну, слушай, реально ожидаемо. На 50 рублей дешевле, и посмотрите, как серьезно отличается качество. Да вообще никак не отличается это качество. Друзья, не обижайтесь, но это лично мое мнение, это мой вкус. По моему вкусу, это колхоз, и это тоже колхоз. Ну, серьезно, кому-то понравится. Да, это труд людей, но, блин, извините меня заранее. Но, блин, я не могу, просто меня распирает. Ну, слушай, 300 рублей за 3 сотки. Мне понравился логотипчик, за который я отдал 300 рублей. Пацан молодец. Красава. 200 рублей. Я не удивлюсь, если вот это лицо с сишкой, оно просто стоковое. Если нет, то... Блин, ну почему собака-то? Господи, покажите мне этого человека, который делал собаку. Ну, в принципе, ожидаемо, да. Freelance.ru за 3000 рублей я получил... Вот эти вот все варианты. Это подходит для логотипа какой-нибудь, не знаю, для производителей мышек компьютерных, допустим. Вот это нормально. Если я буду делать как Бригман коврики, то вот этот логотип пойдет на товар. А на канал нет, не годится. Видно то, что человек работал здесь с какими-то индивидуальными предпринимателями. На визитке дофига клепал логотипчиков. Ну, для канала, как по мне, это не подходит. Заходила час назад, у нее уровень про, на сайте 7 лет. 7 лет опыта. И посмотри, что. М? Какой логотипчик. А ты так можешь? М? Молодец. Молодец, девочка. Это, кстати, один из понравившихся мне логотипчиков. Я боюсь представить, что будет дальше. Где, блядь, мои бабки? О! Да ладно, чё, сука? Чё, блядь? Чё нахуй? За это говно я отдал 15 000. Ёб твою, почему шляпа-то, блядь? Пиздос. Я надеюсь, дизайнер просто прислал наброски. Заплатили там хотя бы половину этой стоимости. Но не все 15 000, не дай бог, чтобы это так вышло. Я сейчас узнаю, реально довели сделку до конца. Чё, серьезно? Пятнадцать тысяч рублей. Твою мать! Я сейчас вам покажу человека, кто это сделал. Вообще хер пойми кто. С каким-то там низким рейтингом. У него нет сделок, у него нет отзывов. Это девушка. И она увидела в ленте заказов 15 тысяч рублей логотип нарисовать для YouTube канала. И она нарисовала шляпу. Реально шляпа.
Слушай, это кажется стёб вообще какой-то. Какая нафиг шляпа может быть? Возможно, да, она даже узнала нас и поэтому решила прикольнуться. Ну, честно, не знаю. Вот, ребята, когда вышли вот эти вот все заявочки на сайт, один из наших зрителей написал нам ВКонтакте и предложил логотипы бесплатно. Давайте посмотрим на бесплатные логотипы. Ильяс написал: «Здравствуйте, решил вам скинуть наброски логотипа для вашего YouTube-канала. Вдруг вам понравится». Вот что он скинул. Абсолютно бесплатно. Знаете, я бы такое, конечно, не поставил. Честно, мне не нравится. Но, видно, парень старался, разные варианты делал. Видно то, что он не профи. Вот это, кстати, смотрится довольно-таки нуарненько. Илья, спасибо тебе. Вот, логотипы бесплатные. И они, кстати, ну, примерно вот на уровне с тем, что сделали за 200, там, за 150 рублей, за 300 рублей. Ну, плюс-минус примерно одно. Смотрим дальше. Бычара мне достался, значит, бесплатно. Вот эти логотипчики сделала девушка, которая все вот это и организовала, всю эту движуху, которая дал вот так вот 20 тысяч, сказала: «На, малая, бери, чтоб у меня был логотипчик». Честно, вот этот вот, начертательная геометрия, мне понравился. Из бесплатных это, наверное, самый лучший. Хотя вот, вот, рисовал не дизайнер. Ну, блин, но бычара — это жесть какая-то. Это здесь просто, я здесь вижу какие-то фаллические символы. Причем тут бычара вообще? Ой, ну что, ребята, поняли, да, как можно быстро просрать бабки? Давайте устроим голосование, какой все-таки из этих логотипчиков попадет на канал. Не дай бог вы проголосуете за самый всратый и беспонтовый. Либо оставляем то, что есть, либо ставим какой-то новый на канал. Голосование будет в паблике ВКонтакте по ссылочке, по закрепленной ссылочке в комментарии. Ну и, конечно, друзья, не забывайте, что самое лучшее вложение в вашей жизни, которое вы сделаете, не отдадите вот так на логотип какой-то, а когда вложите деньги в себя, в свое образование. Не забывайте про онлайн-марафон Скиллбокса по ссылочке в описании. Бесплатное участие будет. Ну и, друзья, конечно, увидимся в интернете. Я надеюсь, деньги мои не ушли. Даже если я за это отдал 7500, вот даже если половина ушла, блин. Лучше бы я какую-то посылку у барыг заказал, чем вот за вот это вот забыть.